Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня по многочисленным заявкам и по собственному сильному желанию, потому что мы собираемся как раз высевать именно все семена, то есть перец, помидоры, баклажаны в феврале на рассаду 2025 года. И вот сегодня уже мне удалось сделать, свести всю таблицу на февраль месяц и выбрать самые лучшие дни для того, чтобы можно было посеять семена помидоров, сладкого перца, баклажанов в феврале 2025 года. Напоминаю, время киевское. Итак, первый период, прямо в первый день февраля в рыбах. Рыбы, растущая луна под управлением Юпитера. Прекрасное время. 1 февраля все 24 часа. Хочу сразу же сказать, что очень хорошей энергии будет давать Солнце. Оно будет находиться с 13 по 14 градус Водолея. Смотрите, какое хорошее сочетание. Юпитер, стихия воды. Это у нас Луна в стихии воды. И Солнце в знаке стихии воздуха. Прекрасное сочетание. Идемте дальше. А дальше у нас немножечко... Так вот, время на 3 дня разложено в Тельце при растущей Луне, и это связано с тем, что у нас будет переход Луны из первой во вторую фазу в 10 часов 2 минуты 5 февраля. Напоминаю, у нас Телец, растущая Луна под управлением Венеры. Замечательный период, все его ждут, и мы тоже. Вот мы собираемся в эти периоды выбрать время для посева семян помидоров, перца и баклажана. Итак, рассматриваем эти дни. 4 февраля начинается в 6 часов утра до 22 часов вечера. Затем начинается переход Луны из первой во вторую фазу. И этот переход у нас будет длиться до, вот смотрите, с 10-12. Получается, что у нас до 22 часов 5 февраля нельзя будет сеять. А уже после 22 часов... До конца суток у нас есть еще 2 часа, тоже можно использовать. Это серединка, это очень хорошее время середины знака. Ну и в конце знака тоже хороший период. Причем очень хорошее, удачное время, потому что у нас Луна без курса, довольно-таки длительный период у нее будет. Вот смотрите, она с 5:30 до 8:42 минут. У нас солидное время, поэтому мы можем использовать еще и 6 февраля с 0 часов до 5 утра. До 5 часов утра. Вот какой, смотрите, хороший период. Здесь мы разобрались. Идем. Да, кстати, солнышко тоже нам будет давать хорошую энергию. Смотрите, стихия Земли. Луна в стихии Земли. Управитель Венера. Тоже для урожая. Ну и Солнце в знаке стихии Водолея. Стихии воздуха. Это у нас Водолей с 16 по 19 градус. Замечательные энергии, можно их использовать. Очень хорошие тоже энергии до сожженного пути полнолуния. У нас очень хороший период. Рак, растущая Луна, управитель Луна. А Солнце будет находиться с 20 по 23 градус Водолея. Прекрасно. И что мы здесь можем взять? А мы берем 8 февраля. Начинаем посевы после 13 часов 30 минут и до конца суток. 9 февраля все 24 часа. 10 февраля с 0 часов и до 15 часов. Это после обеда у нас получается. Почему? До 15 не позже. Сожженный путь полнолуния начинается с 15 часов 54 минут. Да и Луна без курса с 15:51 до 18:59 минут. Ну что ж, смотрите, на февраль. Это у нас вот все, весь период до 10 февраля. Затем у нас полнолуние и завершается месяц 28 февраля новолунием. Поэтому вот эти дни самые лучшие дни для того, чтобы посеять семена наших любимых овощных растений. Томатов, перца, баклажанов в феврале 2025 года. Вот этот период. Мы их эти дни определили. Теперь можно готовиться и спокойно планировать все посевы и все посевные подготовительные работы. Ну что ж, мы очень довольны, составили уже этот план, довольны, что мы уже знаем, когда и что будем делать, и очень рады, что можем быть полезными для вас и передать вам важную информацию по посевам семян
помидоров, перца и баклажанов в феврале 2025 года. Видео подготовили Раиса Гриченко и Александр Волик. Желаем вам успехов, благодатной погоды, крепкого-крепкого всем вам здоровья. И успехов еще раз в посевах, чтобы ваши все семена взошли, а потом хорошо порадовали эти растения богатым урожаем. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас на каналі Раїса Гриченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні дуже багато було прохань, щоб ми склали цей агрогороскоп, і ми його сьогодні вам пропонуємо. І в першу чергу ми його робили для себе, тому що теж хотілося вже знати, чи є у нас багато часу в лютому 2025 року для того, щоб посіяти вчасно насіння помідорів, солодкого перцю, баклажанів на розсаду. Отож, розглядаємо зараз цей аграрний гороскоп і побачимо, чи є у нас ці періоди, гарні дні та години для того, щоб ми вчасно посіяли насіння на розсаду і отримали потім гарний результат, добру, потужну розсаду і добрий врожай. Що ж, давайте почнемо. 1 лютого всі 24 години, прямо 1 лютого починається з гарного, сприятливого дня. І це у нас риби зростаючий місяць, і тут же управитель Юпітер знаку риби, і сонце буде з 13 по 14 градус Водолія. Бачите, яке гарне поєднання, стільки багатих гарних енергій для багатого врожаю. Використовуємо гарний час, йдемо далі. Але далі у нас трошечки розкиданий час, і це пов'язано з тим, що у нас буде перехід місяця з першої у другу фазу 5 лютого, і він буде починатися о 10 годині 12 хвилин. А значить, плюс-мінус 12 годин, ви вже добре знаєте. Отож, ми вичищаємо і вибираємо найкращий час для того, щоб отримати гарний результат. Телець, зростаючий місяць, управляє цим знаком Венера. І сонце в Водолії з 16 по 19 градус. А тепер давайте розглянемо дні. 4 лютого, 6 години ранку до 22 години, потім починається вже перехід місяця з 1 у 2 фазу. 5 лютого завершиться перехід у 22 годині. Тому після 22 години до кінця доби можна буде ще сіяти насіння. І 6 лютого з 0 годин до 5 години ранку. Ось бачите, у нас які тут проблеми. Проблеми у нас, оце перехід місяця з першої в другу фазу. Ну і у нас буде 6 лютого, місяць без курсу, о 5.30 починатися. І до 8.42 гарний час для переходу із одного знаку в інший знак місяця. І це якраз дуже добрий час для того, щоб можна було посіяти насіння. Можна серединку брати, можна початок. Тобто вибирайте, дивіться, наскільки багато у нас тут періодів гарних в тірці. Є в нас ще один такий період в лютому, гарний період, рак, зростаючий місяць. Управитель місяць, сонце буде з 20 по 23 градус Водолія. Що ми тут можемо взяти? А ми беремо 8 лютого, з 13 години 30 хвилин починається гарний час. 9 лютого всі 24 години та 10 лютого з 0 годин до 15 години дня. Далі у нас, чому до 15, місяць без курсу з 15 години 51 хвилина до 18.59. І спалений шлях місяця починається з 15 години 54 хвилини. Давайте ми зараз з вами будемо розглядати весь агрогороскоп посіву на розсаду насінню, насіння помідорів, перцю, баклажанів в лютому 25-го року. Бажаємо вам успіхів, щоб кожна насінина гарно зійшла, а потім виросла гарна розсада, потужна розсада, і на потужніх рослинах ви отримали гарний, багатий врожай овочів. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам здоров'я, гарної погоди, і до зустрічі на нашому каналі в нових відео.